Всем здравствуйте! Меня зовут Петрова Мария Николаевна, я врач-драматолог, косметолог, физиотерапевт и тренер учебного центра группы компании «Спортмедимпорт». У нас сегодня вебинар, посвященный технологии LPG Альянс. Медицинские нюансы использования и широта применения данного метода. Давайте начнем. У нас есть общий чат, куда вы можете писать, пожалуйста, свои вопросы, что-то комментировать. По мере возможности я буду на них отвечать. Итак, LPG бренд – это один из самых известных европейских брендов в аппаратной косметологии. Более 30 лет на российском нашем отечественном рынке. Это бренд номер один по борьбе с целлюлитом, по борьбе с локальными жировыми ловушками или локальными жировыми отложениями, отеками, а также дряблостью кожи. На мировом рынке данный бренд представлен уже 36 лет. Оборудование компании-производитель, это компания LPG Systems, и страна-производитель это Франция, представлена в 110 странах мира на сегодняшний день. Это 60 миллионов процедур проводится ежегодно по мировой статистике. Что мы знаем про компанию LPG? Ну, во-первых, конечно, многолетняя такая история. 36 лет назад компания начала свою работу. Первооткрыватель – это французский инженер Луи Поль Гитей начинал свою работу с реабилитацией и восстановительного лечения. Долгие годы компания развивала свои аппаратные системы, применяя практики технологий LPG не только в терапии, но и в эстетической медицине. На территории России у нас достаточно активно представлено направление эстетики. Это то, где мы чаще всего применяем аппаратные системы. Сейчас мы знаем, что последнее поколение аппаратов от компании LPG Systems, аппаратная система Альянс, это уже 10-е поколение, то есть огромный модельный ряд у компании-производителя. Наверное, мало кто может похвастаться такой вот длительной историей применения и такой широкой известностью во всем мире. Долгие годы компания LPG шла таким путем, чтобы автоматизировать свои системы, чтобы сделать аппаратную систему моторизованной, самостоятельной, такой вот всеобъемлющей, да, чтобы вот она работала самостоятельно, одна, без какой-либо поддержки. Да? То есть вот устранение вот этого человеческого фактора, там сказать, нашей такой работы, работы оператора, она стала возможной в 10-м поколении аппаратной системы Альянс, тот аппарат, который мы сегодня с вами обсудим. Поэтому в основе лежит стимуляция собственных естественных процессов. И за счет такой моторизованной системы работы аппарат практически все выполняет самостоятельно. То есть здесь специалист служит как такая направляющая сила. От этого здесь мы получаем огромное количество плюсов. Это прежде всего безопасность, что остается очень важным и для нас, и наших пациентов. При этом высокая эффективность и снижение энергозатрат специалиста именно уже в работе. Здесь мы вспоминаем мануальные методы работы. Это принципы мануальных техник, ручные массажи и аппаратный массаж – это то, что реализует в себе аппаратная система LPG Альянс. И в данном случае аппаратная система будет отличаться тем, что наши режимы будут более стандартизированы. Те параметры, которые заложены в аппаратную систему, они будут работать на определенную глубину, работать очень дозированно с определенной тканью мишени, да, с определенными структурами. Сейчас мы обсудим, с какими же тканями в данном случае мы сталкиваемся в работе. Поэтому аппаратная система имеет однозначно большие преимущества, чем те или иные ручные техники.
Мы понимаем, что ручные массажи пользуются активно очень спросом. И здесь, пожалуйста, любая практически организация предлагает тот или иной там лимфодренажный метод. Да, это приятные ощущения, комфортные, релаксирующие. Иногда в каком-то таком лечебном терапевтическом формате, но это никак не заменит аппаратную систему, так как разность режимов, разность определенных физических значений, физических параметров дает возможность максимально эффективно работать и при этом максимально безопасно. И сейчас я коснусь этого более подробно. Ну, эволюция компании LPG Systems, вы видите, начинала компания с моторизованных таких созависимых рулеров. То есть в основе всех технологий от LPG реализуется механическая стимуляция. Вот такое механическое воздействие или механо-вакуумная терапия. Долгое время использовались вот такие моторизованные созависимые рулеры, то есть механизм встроенного микромотора давал возможность осуществлять вот это механическое действие, захватывая складку в процедурную камеру и при этом перемещаться по телу. Ну, специалист был активно вовлечен в процесс, то есть применялись активные специализированные движения. То есть раскачивание, скручивание, различные варианты направлены тоже на решение той или иной задачи. В 2002 году уже чуть позже появились моторизованные независимые роллеры друг от друга. То есть они вращались совершенно в разном ключе. То есть один роллер мог двигаться быстрее второго, да, они могли вращаться там совместно, вращаться вот так вот асимметрично. Это сделало возможным уже уйти от растяжения кожи, работать более безопасно, но и также повышая эффективность. И, наконец, в конце 2017 года появилась аппаратная система, которую мы обсуждаем сегодня, аппаратная система «Альянс», которая существенно изменила все эти механизмы. Да, моторизованные принципы механической стимуляции остались, при этом аппаратная система абсолютно не привязана и не зависит от вакуумной аспирации, то есть подачи того или иного воздуха, там, да, удерживая ткани. То есть здесь за счет моторизованных встроенных элементов в основную и главную манипулу, в главный инструмент для работы специалиста, в данном случае сейчас мы обсудим по телу, есть возможность захватывать ткани без подачи той или иной силы аспирации, да, воздуха. То есть вот этот вакуум, система вакуумной аспирации и вакуумная терапия, они здесь уже не играет основную роль. Да, в аппаратной системе будет использоваться такой, сейчас мы будем позже говорить, циклический режим в определенной частоте, который стимулирует ткани с целью омоложения, запуска коллагенеза, эластогенеза, улучшения вязко-эластических свойств, вообще повышения качественной характеристики кожи. Но это никак не связано именно с захватом в процедурную камеру, как бы вот основу, не влияет на основу работы. Моторизованные механизмы сами захватывают ткани и сами перемещают их по телу. То есть, ну вот, все очень автоматизировано. При этом вы сейчас видите на слайде запатентованные торговые марки от компании LPG Systems. Основная это эндермология, множество патентов у компании LPG, конечно, с 1986 года. Мы здесь видим, что эндермология и включает в себя вот эту механическую стимуляцию, механическое воздействие и подразумевает абсолютно физиологичное работу, 100% безопасную, производимую при помощи аппаратов LPG серии Целиум-6. Вот. При этом есть ряд патентов, как на моторизованные роллеры, так и запатентованные инновации в виде технологии MPF, это моторизованные пульсирующие крылышки. Сейчас мы попозже обсудим эти механизмы, этот патент реализуется в методе в отношении лица, в технологии эндермологии по лицу и деликатным зонам.
Вот. И сейчас вы видите механическую стимуляцию, основу применения на какие тканевые структуры, все-таки мы воздействуем. И здесь я даю такое перечисление в виде кожи, подкожно-жировая клетчатка, связки, мышцы, сухожилия. То есть применение очень такое широкое. Да? Если мы говорим про эстетическое направление, то здесь будет более конкретно, это будут задействованы поверхностные структуры, то есть это кожа и подкожно-жировая клетчатка. Если это работа в терапии, и здесь у нас очень широко представлен и увеличен блок терапии, а также эстетической медицины. Позже я расскажу, это такие процедуры реабилитации, подготовки, восстановительного лечения. Здесь мы работаем уже как с поверхностными структурами, так и с глубоко лежащими. При этом, помимо работы с тканевыми структурами, у нас также присутствует работа со стимуляцией именно на клеточном уровне. И это не просто так мы как-то произносим, да, и привязываем, а это доказано, документально подтверждено множеством исследований. И здесь компания OPG Systems приглашает с определенной периодичностью международных специалистов, у которых такая узкая направленность, они могут заниматься определенными клетками, определенными процессами, и здесь включается множество исследований инвитро, инвиво и так далее. Я коснусь частично этих исследований, если вы захотите более подробно изучить эти механизмы и более подробно окунуться в исследовательскую базу, то здесь можно воспользоваться нашими сайтами. И вот сейчас вы их видите на экране. Это LPG Medical сайт, это kasire.lpg.com. Вот, и здесь ознакомиться более подробно. 145 научных исследований, более 80 публикаций, в том числе 30 в международной системе Medline. Вот, что мы говорим о тех процессах, которые мы активируем в определенных клеточных структурах. Здесь, конечно, работа очень активная на лимфодренаж. Наши процедуры, выполняемые на аппаратной системе LPG Целлюм-6 Альянс, активируют артериальный приток, налаживая, да, венозный отток, нормализует микроциркуляцию и кровоснабжение. У нас многие протоколы направлены узко именно на лимфодренаж. Многие активируют эти процессы в работе и с локальными жировыми отложениями и целлюлитом. Увеличение продукции коллагена и эластина достаточно тоже у нас ярко выражено в аппаратной системе Альянс, так как все время процедуры, и я об этом скажу чуть позже, идет активная работа на стимуляцию фибробласта. Это тоже очень важно, то есть это не отдельные какие-то этапы процедуры, а все время, которое мы выполняем процедуры пациентов, у нас идет одномоментная работа на восстановление качественной характеристики, то есть практически каждый этап и все вот это процедурное время. Это очень важно, то есть помимо целевой нагрузки, уменьшения локальных жировых отложений, помимо дефиброзирования тканей, работы с целлюлитом, еще при этом идет вот такая стимуляция фибробласта. Вот. Уменьшение жировых отложений, ну, конечно, в работе, особенно по телу, да, мы преследуем, конечно, цель уменьшения жировых отложений в той или иной зоне, то есть мы не работаем напрямую с весом, и как любой аппаратный массаж, LPG здесь работает с локальными жировыми ловушками. Усиление микроциркуляции обменных процессов, увеличение вот такой клеточной активности при помощи механической стимуляции кожи. Да, и здесь исследование, конечно, профессора Филиппа Умбера, гистологическое исследование, оно как раз было направлено в 2015 году на то, чтобы доказать и показать, что помимо запуска коллагенеза, эластогенеза, мы ведем активную работу и видим высокий процент прироста миофибробластов, то есть появление новых клеток. И вот это клеточное обновление, оно, конечно,
оно активно представлено в аппаратных системах LPG, непосредственно в последнем поколении. Вы сейчас видите этот аппарат целью М6 Альянс. Многоцелевой аппарат. Почему я говорю так? Так как здесь представлено огромное количество направлений. Сейчас мы с вами посмотрим это меню, как это все выглядит на экране, какие области применения здесь у нас есть. То есть вот мы видим основное для нас, это все-таки чаще, да, это эстетика. Дальше это ревматология и травматология. Здесь какие будут у нас все-таки нозологии. Здесь может быть реабилитация после менискоктомии, после растяжений, ушибов, после введения, после переломов, да, пациентов. А также это радикулопатии, это различные мышечные контрактуры. То есть здесь широта применения огромная. Да? И мы в своей работе достаточно часто обращаемся к этому блоку терапии именно ревматологии и травматологии. Ортопедия, сюда же ангиология, лимфология, да, работа с отечным синдромом, отечной симптоматикой, пастозностью тканей, рубцовые деформации и ожоги. И здесь у компании LPG огромнейший опыт, я что-то покажу, отдельные фото до и после применения исключительно моноаппаратной системы LPG в отношении рубцовых деформаций. Здесь широкое достаточно исследование. Компания сотрудничает с государственными стационарами во Франции, помогает реабилитировать пациентов после мастэктомии. Да? Я вам обязательно это покажу. Челюстно-лицевая патология здесь также активно применяется. Спорт, мы видим, да, спортивные программы. Ну, можно сказать так, что это подготовка, также ведение пациентов в восстановительный какой-то период после травм различной, ну, различная реабилитация. Также подготовка к каким-то соревнованиям, да, дозированная нагрузка именно в формате физическая, такой спорт, физическая нагрузка в спортзале, плюс LPG, вот такая механическая стимуляция для того, чтобы быстро восстановиться, да, разогреть мышцы, да, избавиться от ощущений скованности после спортивной нагрузки, я имею в виду, да, скопление молочной кислоты, да, вот такой немножко дискомфорт. То есть здесь комбинированные протоколы, тоже отдельно мы сегодня затронем эту тему. И ведение пациентов старшей возрастной группы. Здесь увеличение объема движения в суставах. Тоже улучшение, усиление кровоснабжения и микроциркуляции, конечно, дает вообще восстановление организма, да, и повышение даже и улучшение самочувствия, да, и настроения. Вот, поэтому здесь мы можем угодить абсолютно любой группе пациентов. Чуть позже можем подробнее это обсудить. Меню аппарата, вы видите, подразумевает блок эстетика, наш основной блок. Далее это терапия, и мы сейчас частично познакомились с этим. Эстетическая медицина – это подготовка к каким-либо оперативным вмешательствам и реабилитация. Там может быть у нас так вот 7 суток после, например, на 7-е сутки после абдоминопластики. Или же подготовка к криолиполизу, да, пациента, то есть осуществив обработку зоны, оказав действие, дефиброзирующее действие, усиление кровотока, да, лимфодренажное действие. Таким образом мы подготовим пациента к процедуре безоперационной липосакции. Вот. И также введение таких пациентов. Экспертное меню у нас есть. Это для тех специалистов, кто хорошо уже владеет нашими технологиями и знаком с разными аппаратами или уже достаточно давно работает на LPG в аппаратной системе Альянс, да, и может самостоятельно подбирать индивидуальные персонализированные параметры и составлять таким образом процедуру. Ну и СПА-протокол. СПА-протокол, здесь у нас цель релаксация, приятное ощущение. И если мы говорим про аппаратную систему LPG,
то здесь мы сталкиваемся с тем, что это практически единственная аппаратная система со СПА-протоколами, такой первопроходец в блок СПА, поскольку в СПА все-таки подразумевает косметический уход, да, различные какие-то обертывания, маски, да, вот что-то такое. Больше все-таки это косметика, да, и аппаратных систем, как правило, там минимальное количество, это больше касается каких-то термопроцедур или гидромассажных ванн, да, или каких-то вот инфракрасных кабин и так далее. Поэтому LPG достаточно давно использует СПА-протоколы, поэтому если мы с вами находимся в санаторно-курортной зоне, мы можем предложить пациенту несколько раз в день прийти на такие СПА-процедуры. Какие у нас показания для применения? Для блока эстетика, вы видите, это отеки, пастозность ткани, локальное жировое отложение, целлюлит разных форм и степени выраженности, стрессовая кожа, да, это может быть кожа курильщиков, это могут быть пациенты после инсоляции, пациенты, перенесшие то или иное заболевание и находящиеся в периоде восстановления, морщины и складки, дряблость, то есть изменения со стороны качества кожи, сниженный тонус, избытки кожного лоскута, ну, в том случае, если этот пациент находится, возможно, после родов, возможно, после активного похудения, да, быстрого, стремительного похудения. Это мы говорим про эстетику как в отношении лица, так и в отношении тела и деликатных зон. Эстетическая медицина – это постоперационная подготовка и ведение пациентов, подготовка, обратите внимание, к инъекционным, нитевым методам и реабилитация позже. После. Наша аппаратная система мягко встраивается в любую вашу комплексную программу, что бы вы ни захотели. У французской компании LPG есть протоколы совмещения инъекционных методов с аппаратом Целлюм-6 Альянс, как в один день, так и в курсе. Поэтому у нас есть отдельные семинары, посвященные этому направлению. Если у вас возникнут вопросы, обязательно пишите. Сочетание с инвазивными и неинвазивными методами коррекции. Это очень удобно, так как LPG сочетается с любыми физическими факторами. Что бы у вас ни было в этот день, световые процедуры, электропроцедуры или что-либо другое, какой-то косметический уход, это будет прекрасно реализоваться вместе с оборудованием LPG. Если мы с вами открываем блок терапии, то мы здесь видим, уже у нас идет или выбор по симптоматике, по симптомокомплексу, болевой синдром, отек, там, реакция гиперемии, эритемы, да, или же мы выбираем по нозологии, да. Вот, поэтому вы здесь видите мышечное напряжение, болевой синдром, лимфедема нижних конечностей и верхних, спазм, судороги, лечение спортивных травм, рубцовой деформации, гипотрофии, подготовка к физнагрузкам и функциональная терапия. Здесь огромный выбор по нозологии, по симптомокомплексу, поэтому, конечно, все здесь не получилось перечислить, более подробно сейчас мы чуть позже обсудим. Смотрите, что здесь нужно знать о противопоказаниях, особенно к блоку эстетика. У нас они делятся на абсолютные и относительные. К абсолютным относятся точно такие же противопоказания, как для простого мануального ручного массажа. Поэтому здесь мы видим, что это заболевание в остром периоде, любые абсолютно, да, заболевания в обострении. Таких пациентов мы, конечно, не берем на процедуру, да, онкозаболевания, прием антикоагулянтов, заболевания крови, инфекционные заболевания, а также флебиты. Это является абсолютными противопоказаниями. Но у нас есть также еще и относительные. Относительные. К ним относятся что? Это гипертрофические килоидные рубцы, абдоминальная паховая грыжа, то есть локальные противопоказания. Это то, что мы с вами не вовлекаем в работу. Если пациент пришел с пупочной грыжей, то мы откажемся от обработки зоны талии, живота и будем работать спокойно совершенно в других зонах, да, в области спины, плеча, голени, бедра. Да. Вот. Также это из относительных противопоказаний растущие родинки, невусы, да, различного происхождения, или мы смотрим дерматоскопом, определяем, решаем,
как с этим быть, или просто обходим в ходе процедуры. Процедура по телу на аппаратной системе LPG Целиум-6 Альянс выполняется по костюму. Поэтому здесь абсолютно безопасные процедуры, так как даже если вы встаете на какой-то, может быть, подозрительный участок, то риски крайне снижены в смысле травматизации. То есть мы всегда можем обозначить на костюме кружочком, галочкой, звездочкой какой-то определенный участок и обойти его в ходе процедуры. Липомы, атеромы также являются относительными противопоказаниями. Это локальное овальное образование. В случае липомы безболезненные, доброкачественные. В случае атеромы также доброкачественные, но слегка болезненные. Поэтому здесь мы должны понять, что из-за образования в ходе процедуры его обойти или отказаться от обработки в этой зоне. Ну, собственно, относительные противопоказания являются точно такими же, как и для ручных техник массажа. Нестандартные случаи, такие как беременность, у нас таких достаточно много пациентов, кто приходит к нам на дренажные протоколы исключительно. То есть дренажный протокол подразумевает обработку нижних конечностей в положении лежа на боку. Мы обрабатываем исключительно область бедра, голени, ягодицы для нормализации артериального притока и венозного оттока, для улучшения общего состояния и избавления от синдрома тяжелых ног. Сразу же после процедуры пациент наблюдает облегчение, да, состояние, легкость в ногах. Таким образом, мы можем предложить небольшой курс именно для устранения отеков и нормализации кровотока, улучшения микроциркуляции. Если мы сталкиваемся с пациентами, у которых присутствуют соматические эндокринные заболевания хронического генеза, такие как гипотиреоз или сахарный диабет, мы обязательно, конечно, выясняем, получает ли пациент заместительную гормональную терапию. Это нам важно, так как если мы выполняем курс процедур, нам важен ответ на воздействие. Да? Поэтому если у пациента скомпенсированное данное состояние, это не является противопоказанием, и курс может быть слегка увеличен. Набор аксессуаров для обработки. Здесь я хочу вас познакомить с аппаратной системой более близко и показать те инструменты, которые мы используем в работе. Это Альянс 80 манипула для работы по телу. Она основная, у нее самая большая процедурная камера. Если сейчас кто-то вдруг задастся вопросом, ну а чем же отличается аппаратная система от предыдущих поколений аппаратов LPG? Так вот, тем, что объем процедурной камеры увеличен на 25%, это с предыдущей машины интеграл, да, если мы говорим про аппараты Key-модуль, то здесь, конечно, увеличен объем на 50%, то есть огромнейший захват, поэтому это делает возможным обрабатывать сразу большое количество площади, захватывать высокую складку, хороший объем и работать более эффективно. Далее мы видим аксессуар Альянс 50. Эта манипула создана для блокотерапии, восстановительного лечения. Здесь она может использоваться без костюма. Она может работать локально, непосредственно на коже пациента, получая яркий ответ, динамику в процессе обработки. Следующая манипула также для терапии, это моторизованная манипула ТР-30. Она уже предполагает набор двух роллеров. Если кто-то работал на предыдущих поколениях LPG, здесь с этой манипулой будет работать достаточно просто и легко, так как вы сразу вспомните те режимы, которые использовались у нас в предыдущих аппаратных системах. Это складки Roll-In, Roll-Up, Мажор-Минор и Roll-Out. Следующие аксессуары – это манипула Эрголифт. Это манипула, работающая непосредственно по лицу. Это силиконовые встроенные крылышки и запатентованный принцип работы моторизованной системы, которая обеспечивает также высокую эффективность и отличное качество. Здесь же мы ниже видим микроманипулы ТР-15 и сопла. Они используются для обработки локальных каких-то очаговых образований. Это может быть постожоговое состояние, различные рубцовые деформации.
Итак, давайте обсудим основную манипулу по телу. Это Альянс 80. Вы видите, здесь реализуются два патента. Это моторизованные роллеры и моторизованные пульсирующие крылышки. Когда-то компания LPG Systems разрабатывала вот такую манипулу, которую вы видите сейчас на экране с моторизованными роллерами. Это для аппаратной системы целью М6 Интеграл и целью М6 Эндермала. А моторизованные пульсирующие крылышки для лица также реализовывались и в предыдущих версиях аппаратных систем Интеграл и Эндермала. Поэтому здесь, в новой машине, в аппаратной системе Альянс и в манипуле Альянс 80, они соединили эти два патента и преобразовали вот в такую новую конструкцию. Манипула стала абсолютно моторизованной. То есть теперь у нее есть две детали. Это моторизованный роллер, который вращается независимо, да, ни от каких других составляющих в процедурной камере. И второе, это вот беленькая такая составляющая, это непосредственно моторизованное крыло, которое с определенной частотой открывает и открывается и закрывается, и при этом также может захватывать определенный тканевой объем в процедурную камеру. Какие же плюсы мы здесь можем наблюдать у Manipula Альянс 80? Совершенство в деталях. Ну, действительно, можно назвать ее очень совершенной, так как она абсолютно самостоятельна. То есть она не привязана к аспирации. Я возвращаюсь вот туда, где мы с вами только встретились и начали обсуждать, что действительно в новой версии аппаратов LPG мы не привязаны абсолютно к аспирации. Эти принципы несколько устарели, у нас отсутствует принцип такой банки, да, захвата, перемещения безотрывного, то есть нам не нужна абсолютно аспирация. У нас моторизованная система, которая сама захватывает ткани и позволяет беспрепятственно двигаться по телу. Без сменных модулей. До этого предыдущие аппаратные системы, такие как Интеграл, Эндермалаб или аппараты Кей-модуль, использовали определенные насадки, мы их называли сменные модули. И здесь специалист во время процедуры менял эти модули, да, то есть отсоединял нижнюю часть и присоединял. Так вот, у этой манипулы абсолютно нет сменных модулей, то есть она самостоятельно, и здесь во время процедуры мы ничего не меняем. Легкая, достаточно легко ее держать, маловесная, удобная в работе специалиста. Работа с разными зонами. Это обеспечивает наличие вот такого курсора. То есть вот такая, здесь вы видите полосочка, которая при нажатии обеспечивает сокращение процедурной камеры или же увеличение. То есть я могу работать как с крупными зонами, так и с более мелкими, такими как плечо, область голени, околоколенная зона. Смещение бокового курсора. При этом есть еще такая интересная опция, как цветовой индикатор. Контроль за временем в программе. То есть такая симметричная обработка. Вот представим себе обработку в области спины. Область спины, ну, делится на такие два у нас участка. Одна сторона и другая. Вот как нам симметрично их обработать, если нам дается определенное какое-то время. Так вот, цветовой индикатор, по мере того, как он начинает бледнеть, отдельные его частички, посмотрите, вот такие вот, такими участочками, время двигается в обратном, соответственно, направлении. Когда мы получаем, как световой индикатор выглядит как полумесяц, да, мы можем перейти на другую сторону. То есть половинку я обрабатываю до того момента, пока у меня не появится цветовой индикатор в виде полумесяца. И в этот момент я перехожу на другую сторону. Это позволяет специалисту не разворачиваться к аппаратной системе, не отслеживать время и никаким образом его не высчитывать. То есть все видно онлайн в этот момент, когда ты работаешь непосредственно с пациентом, смотря непосредственно на тело. То есть позволяет не отвлекаться и симметрично при этом обрабатывать. Легко регулируемые параметры для специалиста. Да, все заложено уже в программе. То есть мы можем выбрать определенное качество кожи, определенные пожелания, и под эти пожелания аппаратная система Альянс подстраивает нам параметры. Минимальные энергозатраты специалиста при работе. Да, теперь мы не используем никаких движений, мы не вовлечены настолько интенсивно в этот процесс, как, может быть, какие-то мануальные приемы или работа на каких-то других
аппаратов, где требуются определенные усилия для выполнения процедуры. Специалист является как вспомогательный инструмент к работе аппаратной системы, то есть такая направляющая сила. Всю основную работу несет на себе аппаратная система Альянс и непосредственно то, что вы сейчас видите, манипула Альянс 80. Увеличенная безопасность, обработка тканей без растяжения. Это то, к чему двигалась компания LPG Systems все эти годы, все эти 10 поколений. Они пытались сделать настолько моторизованную, настолько совершенную конструкцию как аксессуаров, так и самого аппарата, чтобы уйти от растяжения, от баночных принципов, от работы полноценного, стопроцентного такого вакуума, да, который захватывает, удерживает и специалист, да, вот это, этот тканевой объем перетаскивает тому или иному месту. Да, вот этот механизм натяжения, да, и последующего растяжения, он здесь отсутствует. Да, возможность также работы с пациентами с сосудистой патологией. На сегодняшний день это очень актуально, так как таких пациентов у нас практически 80, а то и 90% такого даже первичного приема. Да, поэтому мы должны подобрать метод, чтобы он был прежде всего эффективным, но еще и безопасным. Поэтому наша аппаратная система, работающая и имеющая огромнейший опыт в восстановительном лечении, реабилитации, это то, с чего начинала компания-производитель, и то, к чему пришла она спустя 10 поколений аппаратных систем, имеющая огромный такой модельный ряд, пришла вот к такой моторизованной системе работы, абсолютно безопасной, так как, еще раз я повторюсь, аппарат – это дозированная, функциональная, четкая обработка, да, с оптимальными дозированными параметрами. Вот, ну, новые возможности, да, здесь, конечно, принцип захвата в складку, да, он остался, это основной принцип LPG, да, когда мы перебираем как будто бы эти ткани, да, вот, поэтому у нас нет растирающе-разогревающего какого-то эффекта, нет воздействия, вот как в виде человеческого фактора, в виде ударной какой-то волны, да, то, что может вот влиять на повреждение сосуда, да, на формирование там той или иной сосудистой сетки, да, здесь абсолютно отсутствие, да, сниженные риски повреждения, да, сосудов или формирования какой-то сосудистой патологии. Также мы работаем с пациентами с варикозно расширенными венами, с пациентами, которые и подразумевают, да, ломкие капилляры, пациенты, использующие, конечно, и там определенную сосудистую терапию, и пациенты, посещающие, да, сосудистого хирурга, там, использующие какие-то различные методы для коррекции сосудистой патологии. Здесь LPG будет прекрасно также встраиваться вот в такие терапевтические курсы. Вот, поэтому на сегодняшний день это три шага к эффективной работе. Раньше процедуры на предыдущих аппаратных системах LPG, они делились на такие условные шаги, каждый шаг был направлен на реализацию определенной проблемы. Да, вот использовались такие режимы работы, когда роллеры, это было два роллера, они или крутились друг к другу, да, и здесь активировался процесс липолиза, да, осуществлялись определенные там движения, раскачивания и так далее, да, складка, ролл-аут, вот такой режим ролл-аут, когда роллеры вращались из, это воздействие было направлено на укрепление кожи. И складка ролл-ап с двумя разновидностями, здесь работающие в лечении целлюлита, и роллеры асимметрично вращались и двигались по телу там, со сменой направления. Так вот здесь вот это все объединилось в один шаг. Вот эти три режима, они стали более сбалансированные, они объединились вот и в саму конструкцию манипулы Альянс 80 и, конечно, совершенно новую функциональную нагрузку. Так как в аппаратной системе Альянс появилась новая такая программа, вы сейчас видите ее на слайде, это эндермологический паспорт. Ну, здесь, если говорить более простым языком, это индивидуальный протокол, персонализированный протокол, тот протокол, который мы составляем с вами сами. То есть отталкиваясь от пожеланий пациента, от сбора анамнеза, от объективного осмотра.
Мы с вами индивидуально подбираем и выбираем зону, выбираем временной интервал, выбираем качество кожи пациента, да, а аппаратная система нам выдает уже готовый продукт в виде готового протокола и определенных параметров в каждом шаге. Да. Ну, казалось бы, что еще нужно для нашей максимально эффективной, безопасной и такой слаженной работы? Поэтому эндермологический паспорт – программа, которая осуществляет тройную стимуляцию. Вы здесь сейчас видите на экране. Это работа на уменьшение локальных жировых отложений, работа с целлюлитом и работа на омоложение, структурное обновление кожи. Три в одном. То есть здесь мы не делим уже на шаги. Один шаг – там локальное жировое отложение, второй шаг – там работа, направленная на целлюлит. То есть у нас программа, каждый свой этап, каждую свою обработку совершенно в разных зонах работает на три составляющих. Да? Уменьшение жировых отложений, работа на разглаживание целлюлита, дефиброзирующие действия и работа на омоложение кожи. То есть настолько это интенсивно, настолько активно, заметьте, мы используем временной интервал процедуры. То есть теперь программа эндермологический паспорт занимает 40 минут, да, в аппаратной системе. Но это не максимальное время программы. Здесь мы можем использовать программы длительностью 50 минут и программы чуть большего времени, там, достигающие часа. Вот. Но индивидуальная программа, она исключительно 40 минут, и она вот такая интенсивная, то есть сразу три направления охватывается. Каким образом мы составляем программу? Вы видите сейчас на слайде, подойдя к аппаратной системе, мы можем легко, одними там, буквально несколькими кликами, собрать программу для пациента. Он предлагает выбрать определенные квадратики. Это может быть там область живота, талия, область бедра, ягодицы и так далее. Этих зон достаточно много. Мы можем составить программу исключительно там, на верхнюю половину туловища, на нижнюю или же программу полностью по всему телу, так как вам захочется. Вы можете оттолкнуться от морфотипа, андроид, геноид, смешанный тип, или же пойти путем осмотра. Конечно, сбор анамнеза по желанию и так далее, и сделать уже какое-то определенное резюме, договориться и составить эту программу. Здесь аппаратная система в тот момент, когда мы нажимаем на экран и выбираем определенную зону, запрашивает от нас выбор качества кожи. Вы видите, качество кожи выбирается определенными, вот определенной такой символикой, да, изображается. То есть атоничная вот такая вот. Здесь волна, две полосочки нормальной кожи и фиброзная измененная ткань, это вот такая решеточка. То есть в зависимости от того, какое качество кожи мы выбираем, а оно разное в разных участках там, передней поверхности или задней поверхности туловища, аппаратная система нам подстраивает параметры. Какие же это параметры? Это параметры вращения роллера, определенная скорость, работа крыла с определенной частотой, также определенная интенсивность подачи циклического вакуума. Циклический вакуум, я еще раз повторюсь, нужен не для того, чтобы удерживать эту складку, а больше он несет функциональную нагрузку для стимуляции фибробластов. Это используется в индивидуальной программе, это используется 16 Гц. Это достаточно поверхностная стимуляция для раздражения поверхностных механорецепторов, да, активации коллагенеза и эластогенеза. Здесь вот всю программу идут эти приятные вибрационные, приятные стимулирующие ощущения. При этом манипула очень активно и интенсивно захватывает тканевые структуры в складку, как мы с вами говорили, да, и перебирает. При этом выполняя это еще и физиологично. Поэтому, ну, подсказки на экране, конечно, исключают возможные серьезные ошибки именно операторам, да, специалистам, тем человеком, который работает на аппаратной системе. Что еще хочется рассказать? О том, что помимо аппаратной системы в покупке идет такая бесплатная, интересная опция, как вот такой гаджет-планшет. Он идет вместе с аппаратной системой,
и включает в себя приложение Endermascan, которое вы сейчас видите. Да? То есть я, не подходя к аппаратной системе, на планшете могу составить программу для пациента и, подойдя уже к аппарату, просто сразу же по фамилии, имя, отчеству попасть в эту программу. То есть эти две составляющие, аппарат и гаджет в виде планшета, они синхронизированы между собой. И планшет выполняет роль электронного носителя, то есть как электронное ведение карточки пациента. Я туда заношу фамилию, имя, отчество, собираю анамнез, причем все это очень быстро, да, уже все дано, определенные шаблоны, вы быстренько их просмотрели, противопоказания, показания, определили антропометрию, рост, вес. Здесь уже аппарат, соответственно, вот само приложение Endermascan предлагает вам какой-то определенный курс и какие-то программы, вы выбираете. Также можете составить индивидуальную, абсолютно точно так же, как в аппарате, индивидуальную процедуру, выбирая зоны, выбирая дозированное воздействие в каждой зоне по времени. И, соответственно, подойдя к аппаратной системе, не тратя время на сбор уже в аппарате, просто нажав на фамилию, имя, отчество, попасть сразу же в программу. Очень удобно. При этом, когда вы заканчиваете эту программу, аппаратная система нам четко галочкой это подтверждает. Ну, помимо этого, здесь прекрасная фотодиагностика. Это тоже очень важно, так как сама диагностика, ну, сейчас чуть дальше я покажу это фото, протоколирование включает в себя, что мы фотографируем пациента до курса, возможно, в середине курса, в динамике, да, и в завершении. Это one face, профиль. Но что удобно, что в приложении Endermascan там идут определенные такие рамки. Если вы неправильно направляете планшет, то есть вы неровно его держите, неровно падает свет, пациент стоит как-то, знаете, там вот не совсем, у него может быть ровная осанка, да, как-то вот он криво встал там где-то что-то, да, то он не дает вам сфотографировать. То есть до того момента, пока вы не наладите вот эту четкость расположения планшета по отношению к пациенту. Это очень удобно, получаются прекрасные фотографии, все это сохраняется, туда же можно добавлять еще фотографии. Вот, и вот эта электронная карточка, она хранится как в планшете, так и в аппаратной системе. Вы подошли и из списка выбрали вашего пациента. Вот, как выглядит меню в аппаратной системе, вы видите, эндермологический паспорт, программа занимает 40 минут, это индивидуальная процедура. Здесь временной интервал на каждую зону, сейчас, я думаю, всем это хорошо видно, вот эти квадратики, да, которые мы выбираем. Здесь мы, конечно, делаем какие-то акценты уже для себя, да, то есть, если это пациент, например, абдоминального типа Android, да, то мы здесь, например, талия, живот, она будет обрабатываться чуть дольше, может быть, там, по 15 там, минут, да, может быть, руки, да, и спина будут обрабатываться меньше. То есть вот это вот мы все с вами решаем, а аппаратная система нам подсчитывает это время там, где вы видите расположение минут. Далее, если я хочу объединить какие-то программы, например, пациент пришел с выраженными отеками, мне хочется отработать именно с целью лимфодренажного действия, но при этом мне хочется еще и поработать с локальными жировыми отложениями, то есть в индивидуальном протоколе более интенсивно, да, то есть жир, целлюлит, укрепление кожи. Как это сделать? Я могу зайти вначале в готовую программу «Венозная недостаточность» или «Дренаж, детоксикация», после этого, когда программа закончится, перейти в индивидуальный протокол, выбрав две зоны, например, талию и живот, отработав там 20 минут еще плюс. Да? И здесь, то есть, общее время процедуры будет 50 минут. Да? Вот таким образом, такие комбинации, они очень интересные и они очень еще эффективные. Также вы видите программа релаксации «Молодая мама» для ведения пациентов после родов. И здесь у нас тоже есть отдельный вебинар, посвященный этой теме. Если у кого-то возникает вопрос, как работать с такими пациентами, также пишите. И программа эндермопунктуры 50 минут. Это программа для восстановления. Это программа также еще и на лимфодренаж. Это программа стимуляции биологически активных точек. То есть это общая оздоровительная программа, и она выполняется на все тело. То есть мы можем с нее начинать курс, мы можем ее активировать в завершении курса, в поддерживающей
соответствующих процедурах. То есть вот она такая очень функциональная. Я вообще ее люблю. Вы знаете, там несколько режимов используются. Те, кто не использует или только знакомится с аппаратной системой, обратите внимание на эту процедуру. Она очень интересная. И она к нам пришла все-таки из оттуда... Азии, да, из нетрадиционной медицины, все-таки это связано, конечно, с акупунктурными точками, с гармонизацией, да, инь-янь, и, ну, восстановление баланса, да, поэтому обратите внимание на эту программу. Про эндомологический костюм немножко, да, он индивидуальный, персонализированный, пациент его покупает или каким-то образом приобретает у вас, он подписывается, здесь есть определенный модельный ряд, и как для женщин, так и для мужчин. У мужчин это эти костюмы серого цвета, такого графитового, у женщин они светлые или такие светло-персикового цвета, очень красивого. Нашим пациентам очень нравится. Очень легко одевается. Виден ответ, отклик ткани. Хорошо захватывается аппаратом. При этом есть безопасность для пациента. Да? Она пусть условная, но она есть. Да? И защита аппарата от загрязнений. И приватность. Да? То есть пациент немножко защищен от воздействия аппаратной системы. Да? Вот. Какие основные отличия от предыдущих поколений? Более качественная работа с кожей. Я уже об этом говорила до этого. В предыдущих аппаратных системах Интеграл, Интермалаб, аппаратных систем Кей-модуль локальное время отводилось на укрепление кожи. То есть укрепление кожи осуществлялось только в отдельном шаге, который занимал по времени 3 минуты 30. В отличие от последнего поколения аппаратов, который мы обсуждаем сегодня, LPG Celio M6 Alliance, здесь все время процедуры 40 минут или 50 минут, в зависимости от того, какую программу вы выбрали, осуществляется воздействие на качественную характеристику. Простота движения. Ничего практически не требуется от нас. Все показывает аппарат на экране. Как нам поставить ролик, как нам поставить крылышко. Никаких движений мы не используем. Манипула сама перемещает тканевые структуры. Здесь все достаточно удобно. Вы видите, сейчас интерактивно-дидактический интерфейс, да, анимированные протоколы. И здесь показана не скорость перемещения, а здесь показано непосредственно направление. То есть откуда мне начать и куда мне двигаться. Как по телу, посмотрите, так и по лицу в отношении крылышек. Вот такой вот манипулы эрголифт. Сейчас мы тоже ее рассмотрим. Вот посмотрите, фотодиагностика, про которую я говорила, да, вот эти рамочки. И у рамочек появляются такие два фотоаппарата. Они не появятся, вот если планшет расположен неверно. Да? Но неверно что значит? Не перпендикулярно по отношению к пациенту. Нет угла 90 градусов. Да? Вы как-то там встали, вы встали как-то, или пациент, да, неудачно. Поэтому, ну, фотооценка, конечно, она обязательна. Понимаете, особенно если еще вы работаете с пациентами с целлюлитом, вы работаете на восстановление качества, да, с дряблой, тоничной кожи. Как вам засвидетельствовать эти результаты, да, до-после. Поэтому фотографии обязательно нужны. Помимо фотографий, конечно, мы осуществляем еще и замеры. И вот сейчас вы видите результаты после трех процедур. Увеличение объема складки на 25%, но это по сравнению с предыдущими аппаратами Интеграл, да? А если мы сравниваем вообще с Кей-модулем, то это увеличение на 50%. Это огромнейшая процедурная камера, она отлично захватывает, дозированно очень, при этом работа идет без, еще раз, растяжения. Работа очень физиологичная и безопасная. Вы видите, 67% устранения целлюлита. Да, вот такая работа на выравнивание. Да, окружность стали. Всего три процедуры. Да, и укрепление кожи на 71%. И после 12 процедур, конечно, здесь процент более выраженный. 99% по целлюлиту. Работа по окружности талии минус 5,2%. Достаточно яркие, хорошие результаты. Здесь количество процедур в курсе уменьшено, и производитель нам рекомендует средний курс по телу – это 6-8 процедур. Если мы сравниваем с предыдущими аппаратными системами или вообще с другими аппаратами, это количество будет во много раз больше. Это будет количество, ну, где-то это будет, может быть,
15-20 процедур, да, а здесь у нас вот 6-8, ну, вот это моя модель здесь после 6 процедур, обратите внимание на область талии, она, конечно, прекрасная, подтянутая, она активно занимается спортом, но при этом все-таки страдает небольшими локальными жировыми отложениями в области талии, да. Мы помним, что спортивные нагрузки, они прекрасно работают дозированно вместе с LPG, но при этом они никак не заменяют аппаратную систему Альянс. Почему я так говорю? Потому что работы на качественную характеристику в спортивных нагрузках ее нет в спортзале, да, так же, как и прямой такой работы с локальными жировыми отложениями, да, поэтому, конечно, обязательная составляющая должна быть именно в механической стимуляции и в таких процедурах, как эндермология по телу. Посмотрите восстановление качества после 8 процедур у пациента в области живота. Видим результат после первой процедуры. Да, здесь действительно мы это видим, да, и сразу же мощные эффекты лимфодренажные, и работа именно на качественных характеристиках, она очень активно представлена. У LPG просто действительно это мощно работает. Вот, а теперь я хотела рассказать вам по работе по лицу. Значит, технология у нас называется эндермология, также по лицу. Эрголифт – это вот такая манипула, которую вы сейчас видите, для многомерной механической стимуляции. Да? Обычно мы называем эту технологию именно таким образом – многомерная механическая стимуляция, так как у нас есть горизонтальная и вертикальная стимуляция. Она обеспечивается именно вот этим патентом, моторизованными пульсирующими крылышками. То есть в основу манипулы уже встроен микромотор. И вот эти силиконовые крылышки осуществляют приятные щипковые ритмичные движения. В основе лежит массаж по жаке. Ну, неповторимая технология. Здесь даже не будем долго хвалиться. Надо, конечно, пробовать тем, кто не пробовал. Если кто-то сравнивает с чем-то, обязательно нужно пробовать, смотреть, испытывать эти ощущения, понимать, как это работает. Пока ничего интереснее не придумано, именно в смысле аппаратного массажа вот такого по лицу. Я даже, знаете, не могу вот назвать его аппаратным массажем, совсем таким, знаете, упростить так это все. Действительно, это многомерная механическая стимуляция. Да, LPG, она незаменимая, тоже здесь. И отличные исследования, шикарные результаты. Силиконовое мягкое крыло, которое не является расходником, с ним вообще ничего не происходит. Да? Очень удобное в использовании специалиста, при том, что специалисты работают сидя. Здесь как и врачи, так и средний медперсонал активно используется. Также технология встраивается, еще раз я повторюсь, инъекционными, нитевыми, с различными методиками. Это как реабилитация, как подготовка к каким-то инвазиям и мини-инвазивным воздействием, да, то есть, ну, это шикарные методы, и посмотрите, какое количество протоколов. Ну, вот может вам предложить еще какая-нибудь аппаратная система такое количество программ. Это целевые процедуры, так же, как по телу, то есть здесь мы также нажатием на вот эти квадратики можем собирать индивидуальные процедуры, индивидуальные протоколы. Вот такой временной интервал для индивидуальной процедуры от 5 до 40 минут. И посмотрите готовые программы. Сияние кожи, дренаж, детоксикация. Вот, возможно, у вас возникнет вопрос, ну а чем же эти программы отличаются? Ну, помимо зоны обработки. Конечно, они отличаются параметрами. И здесь в аппаратной системе Celio M6 Альянс LPG представлена широта частот. Да? То есть определенные циклические режимы – это то, в каком формате подается циклический вакуум и как притягиваются крылышки друг к другу – это определенная частота. Так вот, у нас есть частота работы крыла и частота подачи вакуумной аспирации. Вот эта частота, она представлена от 1 до 16. То есть здесь мы работаем на разную глубину, с разной тканевой структурой, в определенном диапазоне, где у нас есть выбор длины цикла, да, это соотношение подачи и паузы, да. То есть, ну, конечно, протоколы будут отличаться именно этим, да, но параметры уже заложены, уже все у вас есть. Вы выбрали программу, открыли, и там уже все дано. Вам нужно подобрать, посмотреть только на небольшой захват в эту процедурную камеру, а так все за вас выполняет моторизованная система. Ну, то есть, конечно, моторизованные, вы знаете, принципы качественные, европейские принципы, они, конечно, незаменимы. Здесь мы видим также у нас в планшете
приложение Endermoscan, где мы также собираем программу, анамнез, заводим пациента, электронное ведение карточки, фотографируем, да, и все это остается у нас, это все синхронизировано с аппаратом. Я подхожу к аппаратной системе, выбираю программу и сразу же начинаю работать. Если мне нужно добавить какие-то фотографии, если мне нужно добавить еще какую-то информацию, я легко могу это сделать в любой момент, зайдя плашет приложения Endermoscan. Вот профессор Филипп Умбер сейчас перед вами. Да, здесь его результаты исследования. Мы с ним знакомы, слушали его доклад неоднократно. И вообще компания LPG, конечно, проводила до определенного времени серьезные конвенции, и там собирались множество специалистов со 110 стран, и проводились вот такие конвенции в рамках, представьте, одной организации. Да, вот здесь, конечно, не все могут себе это позволить. И читались доклады применения именно моноформата применения аппаратной системы. Это тоже сложно представить, представляете, вот в рамках одной такой компании. Поэтому, конечно, это крупный концерн, огромное количество вот таких исследователей. Профессор Филипп Умбер здесь руководитель дерматологического отделения госпиталя университета Бизансон во Франции, то есть достаточно такой известный, здесь отличная у него такое исследование с анализом биопсии зоны у 20 добровольцев. И вы видите, какой процент выработки эндогенной гиалуроновой кислоты, собственной, да, гиалуроновой кислоты и эндогенного эластина. При этом даже не так это для нас важно, как еще и что механическая стимуляция увеличивает количество, как я уже сказала, фибробластов и приводит к перестройке их фенотипа, а также способствует увеличению числа и переориентированности коллагеновых волокон. Но не все могут позволить себе данные исследования. Результаты исследования вы сейчас видите, не только процент гиалуроновой кислоты, это, ну, конечно, восстановление качества, это о чем я сегодня говорю, весь, наверное, этот вебинар, это заполнение маржи. Ну, такого нет понятия для нас, как для специалистов, заполнения. Мы можем увеличить, улучшить качественную характеристику за счет повышения плотности, эластичности и тем самым уменьшить глубину и длину той или иной морщины или складки. И улучшение светоотражающей способности. Ну вот вы меня спросите, каким образом? Конечно, за счет механического воздействия, за счет того, что крылышки мягко, деликатно притягиваются друг к другу, мы устраняем гиперкератоз. То есть манипула, эрголит срабатывает как химический пилинг просто, да, поверхностный механический пилинг, да, мягкий только, да, не какой-то грубый что-то, да, а здесь мягкое, дозированное физиологичное воздействие, поэтому улучшение светоотражающей функции кожи, оно есть сразу же после первой процедуры. Такое свежее, светящееся лицо, и вы сейчас можете это видеть на моей модели, вот до и после курса. Посмотрите, какое свежее, красивое лицо, компактное лицо, устранение отечного синдрома, да, ну, результаты достаточно яркие со всеми. Вот, теперь давайте немножко обсудим терапию и реабилитацию. Это 26 новых протоколов. Ну, в реабилитации они сильны, и, конечно, они, я повторюсь, да, уже 36 лет занимаются, да, и терапией и реабилитацией, поэтому здесь эстетика уже, знаете, так, вторично, а вот терапия и реабилитация, конечно, это мощно тоже. Ну, мы обсудили эстетика какая, да, такая инновационная и продвинутая даже сейчас, несмотря на то, что аппаратная система вышла в 2017 году в конце, на сегодняшний день это очень продвинутая технология, она себя очень ярко показывает, и мы видим не только эффективность, но вот еще, я говорю, вот эти инновации, которые реализуются в каждой конструкции, в каждой детали и в каждом режиме еще, да, параметрах работы. Вот, при этом вы все как достаточно умные и интересующиеся специалисты можете воспользоваться экспертным меню, пожалуйста, подбирая индивидуальные параметры, персонализированно составляя процедуры, причем и не ограничены совершенно, да, разные частоты, разная длина цикла, разный формат аспирации, да, да все что угодно, да, поэтому, ну, по лицу и телу, конечно, это еще и мощное повышение репаративных возможностей организма, да, если вы работаете высокоинтенсивными методами,
методами, вы работаете расширенно, у вас большой арсенал аппаратных методов, инъекционных, нитевых и так далее, да, то, конечно, использование технологии LPG, особенно в аппаратной системе Альянс, конечно, это такая помощь, это такой базовый метод, который, от которого мы отталкиваемся, да, которым мы готовим пациента к таким уже более серьезным методикам, да, и ведем, дальше продолжаем именно в формате поддерживающих процедур. Итак, терапия и реабилитация, здесь успешное применение в общей медицинской практике, это 26 новых протоколов, это симптоматические протоколы воспаления, боль, фиброзы, как я сказала, уже специфически по нозологии, фибромиалгия, лимфатический отек, мышечное напряжение, функциональная колонопатия. И так далее. Венозная недостаточность, и мы видим большой арсенал. Да, все 26 я не стала сюда уже размещать. Посмотрите на манипулу Альянс 50. Она, конечно, точная копия манипулы Альянс 80, которую мы используем с вами по телу в блоке эстетика, но она чуть меньше площади, да, то есть объем ткани захватывается несколько другой, она удобна для локальной, зональной, сфокусированной работы. Еще также мы здесь видим наличие курсора, это вот этот кружочек, да, вы видите, он показывает кружочек и палочка, то есть вот это расстояние между моторизованным роллером и моторизованным крылом, оно может уменьшаться или увеличиваться, то есть на ваше усмотрение. При этом мы работаем, чаще всего здесь показана воротниковая зона, да, работа локально в области голени, ахилла. Да. А при этом в терапии используется еще и второй аксессуар, это манипула ТР-30, не менее нами любимая, мы видим, что она очень удобная тем, что она маленькая такая, да, что она вот именно дозирована, два ролика здесь используются в основе, да, это нам напоминает, конечно, аппаратную систему интеграл, эндермолаб и принципы захватов складки roll-in, roll-out, roll-up. И здесь мы можем локально двигаться, локально использовать движения, там, помпажные движения, стретчевые движения, да, которые дают возможность работать как с хроно какими-то состояниями, так и с острыми состояниями, да, с болевым синдромом, с той или иной воспалительной реакцией, да, работы по периферии не обязательно в очаге. Да. Очень интересно, здесь идет смена направления, то есть я могу менять направление вращения, то есть они ко мне, от меня, там, право-лево, вот это все. Вот, поэтому тоже удобно. Мы, конечно, их комбинируем, да, в терапевтических программах мы комбинируем несколько аксессуаров. Если вы приобретаете аппаратную систему Альянс, то я вот не сказала это о том, что базовая комплектация подразумевает все это. Все эти блоки, представляете, такое количество аксессуаров, да? То есть оно такое достаточно ярко выраженное. Про манипулу эрголифт. Работа еще не только по лицу, но и посмотрите, шикарная работа по рубцам. Это о чем я говорила. Здесь, конечно, у компании LPG огромнейший опыт практически. Вот, и такой уже и исследовательская база большая. Рубцовая деформация, вы видите, совершенно разные. Гипертрофические рубцы, не только. И здесь вот такие результаты. Применение только аппаратной системы. Да? И здесь эрголифт, модуль, это я имею в виду та насадочка, которая используется, то есть крупная процедурная камера и встроенные силиконовые крылышки LIFT-20. Ну вот гипертрофический рубец после 34 процедур. Ну отличный результат, согласитесь, да? Вот, также рубец после 15, то есть здесь вот такие результаты. Эстетическая медицина, я немного уже об этом сказала, здесь новый блок до вмешательства инвазивного или мини-инвазивного, в день вмешательства после и после через неделю. Клиническая эффективность доказана, и здесь все поколения аппаратных систем LPG CLM-6, они все показывают то, что, конечно, подготовка пациента к инвазии любой, она, конечно, будет ярко себя показывать в период восстановления. То есть вы видите, сейчас пациент с подготовкой LPG одно ведро перед липосакцией под ягодичной складки области глиевы и без подготовки. Посмотрите, без подготовки, это просто такой конгломерат синий, да, и долгое такое восстановление, долгая история, но мы понимаем, что это недели три, да, наверное, так, ну вот если без LPG, да, вот так восстанавливается, а то и 4, смотря возрастная группа какая, да, наличие там варикозно расширенных вен или нет, и подготовка с LPG, посмотрите на эту ногу, да.
Вот, так что, ну, эффективность клиническая здесь очень яркая, да, пациентам обязательно рассказывайте, показывайте, да, если есть такая возможность, мы предоставляем рекламные какие-то брошюры, да, пожалуйста, делайте это, конечно, для себя, обязательно на ресепшене какая-то дополнительная и полная информация, она должна быть. Процедура для спортсменов. Здесь и восстановление после спортивных травм, я говорила о том, что это гематомы, это ушибы, это растяжение, это подготовка к тренировкам, соревнованиям, устранение эффекта перетренированности, тоже такой момент, да, детоксикация, здесь мы мощно и быстро, очень в короткий срок можем это устранить. Лечение болевого синдрома мышечного спазма, работа по устранению, ну, вот всех этих гематом, петехий и так далее. Процедуры могут проводиться и во время серии тренировки и соревнований. Также у нас в аппаратной системе Целиум-6 Альянс представлен блок СПА. Я сказала, что СПА протоколы пациенты могут посещать несколько раз в день, особенно если мы находимся в санаторно на такой курортной зоне, да, на территории, может быть, какого-то СПА-отеля. LPG очень часто встречаюсь, ну, в любой развитой стране, в принципе, вы можете посетить эти процедуры. Я даже сама вот так, если куда-то выезжаю, то, конечно, везде сталкиваюсь тоже с LPG, но с разными поколениями. Мы сегодня с вами обсуждаем последнее поколение, 10-е поколение аппаратов LPG. Это аппаратная система Альянс. Поэтому СПА-процедуры для санаториев и курортных учреждений, восстановление биоритмов при смене часовых поясов, очень актуально восстановление после перелетов. Здесь различные программы, есть по 60, там по 20 минут подготовительные, да. Конечно, здесь очень интересные программы, конечно, любимые нашими пациентами. Большая вариативность программ. Да, у нас есть и экспресс-программы, и расширенные программы от 40 до 90 минут, да, общеоздоровительные программы. Кстати, тоже достаточно важно, да, не целевого применения, а вот именно такие общеоздоровительные, на восстановление баланса, гармонизации, это тоже очень важно. И работа в любое время, у нас отсутствие сезонных ограничений, у нас процедуры неинвазивные, да, процедуры приятные, повышающие настроение, самочувствие, поэтому это работа с разными аудиториями, это мужчины, женщины, это разные совершенно возрастные группы, мы сегодня тоже с вами обсудили, да, это может быть совсем молодой, юный пациент, да, может быть, пациент старшей возрастной группы, да, это и мужчины, и бизнес-леди, да, и молодые мамы, подготовка и также их реабилитация, да, индивидуальное дополнение комплексным программам. Ну, сейчас на слайде вы видите те аппаратные системы, которая реализует наша компания Sport Med Import на территории Российской Федерации. Поэтому мы, конечно, проводим вебинары и семинары, посвященные комбинированным программам. Но, как я уже сказала, LPG, аппаратная система Альянс последнего поколения, она здесь комбинируется со всем тем, что есть вообще, да, и, в принципе, есть не только у нас, вообще в мире, да, и вашей, так сказать, профессиональной практике. Поэтому последовательность, да, она определенная существует, дозированность, какие протоколы использовать в комплексных программах, какая целевая нагрузка, какие решения, да, это все, конечно, индивидуально. Это мы можем все обсуждать как на обучении у нас здесь, так и проводить, кстати, онлайн обучение. Вот. У нас с периодичностью проходит также и повышение квалификации, и, пожалуйста, слушайте наши вебинары на YouTube-канале Sport Med Import. Их большое количество, они тоже с разной направленностью. И если вот у нас с вами последовательность в курсе с аппаратными методами, да, то процедуры эндермологии, процедуры LPG, они будут на первом месте. То есть это будет процедура чаще первого выбора. А дальше у нас может идти смазлифтинг, дальше у нас может идти световые технологии, электропроцедуры, да, различного плана. Если у нас комбинация в рамках одного сеанса, да, то, как правило, если мы, например, используем с вами обработку в области лица, то это выполняется
программа «Экспресс» в течение 10 минут, а дальше идет установка инъекционных материалов и нитевых. Но здесь у вас может возникнуть вопрос, зачем это нужно. Это нужно для того, чтобы устранить длительное восстановление в виде отеков, гематом, петехи. Пробуйте, смотрите, да, не обязательно, конечно, вы можете оттолкнуться от того, что я рассказываю, да, я отталкиваюсь от своего достаточно длительного опыта, от того, что, конечно, я сертифицированный тренер этого бренда, многое о нем знаю, многое с ним работаю. Но вы можете попробовать все это сами. Поэтому проводите, пожалуйста, тестирование на наших аппаратных системах. Работайте более расширенно, если у вас есть такая мощная система, как аппарат Целиум 6 Альянс. Итак, основные преимущества еще раз аппарата. Давайте немножко будем резюмировать. Это прежде всего индивидуальная программа. Это отличие от всех аппаратов предыдущих версий. Да? Это сразу же работа с локальными жировыми отложениями, это работа с целлюлитом и укрепление кожи. Это что касается тела. Да? Меньшая зависимость от квалификации оператора. Все выполняет за нас практически аппаратная система. Да? Безопасность для пациента, при этом эффективность, сниженная энергозатраты. Анимированные протоколы показывают все, что нужно сделать. Встань вот так, поставь вот так аксессуар, начни отсюда, двигайся туда. Минимальная затрата, я сказала, расширенное количество программ. Программа огромное множество, как индивидуальные, так и готовые. Да? 26 протоколов в терапии, да? Манипула, Альянс 80, манипула, которая работает у вас по телу в эстетике, она легкая, она без сменных модулей, она очень такая совершенная действительно в своих деталях. Увеличенная безопасность, новый блок эстетической медицины, обратите на него внимание, подготовка к инвазивным процедурам, 7 дней, 4 дня после, до, все это можно выбрать, сразу же открывается программа именно реабилитации, да? Здесь не нужно будет как-то сложно подстраиваться. Без растяжения кожи, без гематом и петехи, работа с пациентами с сосудистой патологией. Обратите внимание, это безопасная работа с такими пациентами, в отличие от множества других аппаратных систем. Здесь есть определенные клинические и документальные подтверждения. Уменьшение количества процедур в курсе. Об этом мы тоже поговорили, что курс теперь может в среднем занимать 6-8 процедур. Вообще доказательством эффективности, популярности и успеха запатентованные оригинальные технологии, конечно, является ее вот такая известность, да, клинические исследования, да, нахождение на рынке 36 лет, да, ни одна технология эстетического оборудования в России не подделывается и не используется неправомерно, так же часто, как и LPG. Но согласитесь, да, практически любой аппарат называют термином LPG, да, а у пациентов уже срабатывает механизм, как будто бы аппаратный нас-массаж, и называется LPG, да. Не все понимают, что это французский бренд, он там, может быть, где-то первопроходец, что да, действительно, это такой же прямо мировой стандарт, да, LPG. Это LPG как будто равно аппаратный массаж, и касается это всех технологий. Поэтому все хотят быть похоже на LPG. Вот. Ничто не подделывается чаще, чем LPG. Поэтому все равняются на наш бренд. Поэтому выбирайте в своей работе лучшее, расширяйте свои практические навыки, используйте разные направления аппаратной системы, так как она очень многофункциональная и очень такая интересная, инновационная. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Этот вебинар появится на YouTube-канале компании SportMedImport. Я прощаюсь с вами. Благодарю за внимание. До свидания.